Вот я когда слышу вот этот вот эхо, вот это эхо, то мне почему-то всегда кажется, что звучит вот так охота спеть вот песню вот этого вот известного круга. Ну-ка, сейчас попробую спеть один прикол. Посмотрю, как будет слышно. Исповедь. Я хотел спеть вот эту песню «Исповедь» и послушать, как она слышна вот с таким эффектом. Интересно посмотреть. Один, два. Ну, не знаю, что из этого выйдет. Ну. Раз. Раз. Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться от греха, хоть болит душа немного, только мне неведом страх. Отпусти мне, батюшка, грехи, знаю, у меня их очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Ведь хочу покаяться пред Богом. Нет, а я всю правду расскажу, исповедь мою прошу послушай. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. В старой церкви пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал, от печали и болезни он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи, прости. Отпусти мне, батюшка, грехи, знаю, у меня их очень много. Выслушай, прошу,
помоги. Ведь хочу покаяться пред Богом. Не-то я всю правду расскажу. Исповедь мою прошу, послушай. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. Соседи, наверное, сейчас я буду пугать. Звук, наверное, тут космический. Спасибо за внимание. Ваня, тебе особое. Ионел Мусуменск. И всего вам доброго, друзья. Пока.